Доброе утро, Полтава. Доброе утро, Полтава. Сегодня у нас в гостях Валерий Довженко. Чисто случайно. Чисто случайно приглашенный еще вчера был. Сегодня 2 августа. Две даты. Конец лета. Нет. Илья. Вода Илья? Не, как говорят эти... Подходил по-маленькому. Нет, соседи с севера говорят, Илья воду остудил. А мы говорим открыто, Илья воду... Да ну, он же не по-большому, он же по-маленькому. Несмотря на это, сразу же о погоде. Сегодня до 30, но в 15.00 грозовой дождь, как всегда обещают. Может быть, будет. Может, будет, может. Но, кроме этого, вторая дата. Вторая дата. У нас сегодня должны все купаться фонтаном. Не, не все, десантники, те, кто в тельняшке. ВДВ, бить бутылки там, ну. Об голову и все. Опять же стереотипы, довольно-таки мирные ребята. Кстати, дружище. Это тебя я поздравляю. Я отлично помню начало 80-х, когда ты пришел из десанта, и как мы все гордились, что ты там служил. Здоровья тебе, дружище. Это что за дружище такое? Есть у меня друг такой старый. И не называл. Ну, мы угадай, постесняемся. Кто? Угадай, кто. Да. Валер, знаю, на прошлой неделе, в пятницу, встречался с прокурором, самым главным в нашей стране. И что самое удивительно, парадоксально, после встречи с тобой... Случилось... Случайно. Так же самое зайди, да? Был задержан Ефремов. Это что? Нет, это началась чистка. И как бы мы приехали к Юрию Витальевичу, ну, просто познакомиться, поговорить. И заодно бы рассказать про Ефремова приключение. Ну, он и так знает, честно говоря. Это как СБУ, в принципе. Вы не повлияли на эту процедуру? А каким образом? Нет, ну, я с Полтавы приеду, скажу, слушай, там же Ефремов, он такой, блин, точно! Валер, а я думал, что-то я забыл. А я-то думал. Хорошо, что полтавчане приехали, рассказали, что про Ефремова, а я ж не знал. Да, Валера, вот так влияешь на ситуацию. Не хотелось бы, честно говоря. Давай лучше о чем-то хорошем. Это плохо? Давай, не, иначе, чтобы наши зрители до конца поняли, кто ты и что ты. Пересечный громадянин, ну... Пересечный громадянин, ветеран, просто кстати. Так, да. Не ВДВ, кстати. Не ВДВ, да. И будешь, я думаю, трезвый до конца дня. Не факт. Не факт. Есть друзья ВДВ. Валера очень интересная личность. Да. За счет того, что он ветеран, он правду говорит не только чиновникам, но и таким же, как он, ветеранам. То есть довольно часто сталкивается с тем, что ветераны и нынче служащие ведут себя не всегда пристойно и выставляют какие-то требования не всегда порядочные, да? Хорошо я говорю? Да, корректно. Валера всегда стоит на стороне истины. Он не принимает определенную сторону лишь потому, что кто-то где-то был, а он считает так, как должно быть. Справедливость превыше всего. На данный момент, как твоя организация называется? Центр допомоги учасникам АТО в Полтавской области. Вот, к Ульшо обращаются. Все АТОшники обращаются к Валере. Так, да, 121 кабинет, вода, в принципе, все знают. Так что, я думаю... А теперь давай о чем-то веселом. Анекдот, помнишь какой-нибудь свежий? Ой, я не умею, у меня жена классно анекдоты рассказывает. А я вот сколько раз... А что же вы так без жены пришли-то? А у нас, с двухмесячным ребенком. Сегодня тем утром более, кормежка. Вообще, нет. Два месяца, второе число, анекдоты. Да. День ВДВ, да. Сам Бог велел. Да на классный анекдот рассказывать. А я, к сожалению, не умею, у меня нету того таланта. Хорошо, любимое блюдо? Готовите? Отель на по-селянски. Да. Стоп, что это? Самое-то, картошечка жареная. Сковородка, да, сковородка, это пательня. Сковородка и по-селянски, там картошка, цибуля, помидоры. Совсем. Вот как ты делаешь яичницу. Ты сам это готовишь? А что там готовить? Да, все, что есть в хате, короче, нашинковал, бросил. Мужская картошка. Вот ты рассказывал, что любишь мужскую яичницу, да? Да. Там колбаса и все остальное. Вот это все. То есть это, да, украинская пицца. Часто дома готовишь? Нет. Честно, дома жена. Ну, ей-богу, после работы. А где готовите? Дома нет, такое уточнение. А бывает, что иногда мы выезжаем на природу с друзьями, да, и когда там кто-то поехал за чаем, например, либо за кофе в магазин, ну, мало выпили. А, вы готовите кофе или чай? Да, то я тогда быстренько к костру нашинковал, как бы все нормально, все хорошо. То есть на природе вот залива такое дело. Ну, оно, да. Отдыхали в этом году где-то? Нет.
А собираетесь? Нет. А что так? Времени нету, либо же... Да, вот это вот болючий момент. Да, да, да. Я тут такая счастливая, потому что в отпуск скоро иду, да. К сожалению, не знаю, хочется, не хочется. Ну, когда отдыхаешь первые 3 дня, ты такой весь в нирване, в расслабоне. Отлично. А когда проходит уже 4 дня, ты такой... Надо что-то делать, ну что ж такое, ты постоянно сидишь, ты уже привык вот этому графике, постоянно работаешь, ты уже понимаешь, что тебе надо что-то рыть. А надо себя заставить отдыхать? Сесть на стул и отсиживать пятую чашку. А можно активно отдыхать? Можно, конечно. А как? Это вот, как горы, Света. Горы, моря, бег, я не знаю, что угодно. Но я вот еду, например, в Одессу, буду ехать на игру «Сталкер». А что это? Это военно-ролевая игра по всемирным... сериям «Сталкер». Возможно, играли там когда-то. Да, читали. Вот, да. Мы под землю будем помещаться на 3 дня. Опасно? Еще не знаю, проверим. Ну, это... Здравствуйте. Анатолий, доброе утро. Скажите «доброе утро». Скажите «доброе утро» на камеру. Вон камера. Болтовчанам пожелайте что-то, Валерия. С камерой не общаться, да? Вот, да, болтаю, пожелайте «доброе утро». Доброе утро, Валерий. Ой, Геннадий Анатольевич. Доброе утро, Валерий. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше, слава Богу? Спасибо, вашими молитвами все, слава Богу. Ну, слава Богу. Ваши как? Вашими молитвами. Доброе утро. Слава Богу. Здравствуйте, Геннадий Анатольевич. Здравствуйте. Хорошего дня. Аналогично. На взаим, друг. Валера, откуда вы приехали в Полтаву? Из Комсомольска. Еще раз, откуда вы приехали в Полтаву? А как теперь на вас тот надо момент, называть? На тот момент из Комсомольска. А как называют теперь жители Комсомольска? Горишня Плавни. Нет, Горишня... так это город. А жители? Жители? Горишня Плавницы. Или плавчане? Плавня-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 ня
завтра что-то поеду. Что-то с Китаем связано. Могли бы стать свято-миколаевцами, да? Боже упаси. Ну, могли бы. Ну, это, знаете, был такой выбор. Так, будете грешнеплавницами? Люди, нет, мы не будем. Тогда будете свято-миколаевцами. Хорошо, мы будем грешнеплавницами. Ну, в принципе, да. Но там по закону, когда вот это началось, все качели-карусели, они как бы, ну, не прочитали законы, не знали, что если уже приняли грешнеплавницу, то уже все. А как вы именно... Отношения. Переименование. Вы, ты имеешь в виду меня лично или... Да, да, лично. Я просто взгляд. В единственном экземпляре. Давай ты, да? Ну, вы, я думаю, что вы это в смысле мы или как. Давай, давай ты, на ты. На ты, давай. Хорошо. На ты. Давай, задавай вопрос. Как ты лично относишься к переименованию города Опа. Комсомольск в Гришнеплавни? Крайне позитивно. Это как? Одобряю. Ну, то есть полностью поддерживаю. А как жители? Вот у тебя же много там осталось друзей. Как и менять документы какие-то? Да зачем менять документы? Ну, менять документы, единственное, вот эти вот сертификаты, на продолжение, это надо будет. Но согласно законодательству, ребята, оно вам надо. Ну, придите ко мне в кабинет, я вам расскажу. Ну, ей-богу, ну давайте отдохнем. Давай. Да, да, да. Продолжаем отдыхать. Давай. Что хорошего еще расскажешь полтавчанам? Что на выходных было хорошее? Вот, выходные всегда хорошие. Что на выходных хорошее? На выходных, сейчас помню, на выходных мы поехали к теще в Мачухин. Это я... хорошо, да? Да, это хорошо. Мы купили крылышки, я их пожарил, мы их приготовили. Приехала мама моя к моей теще, мы все вместе посидели. Валерий, ко мне шаг, вас наполовину видно. Вот, мы посидели хорошо. Ребенку 30 числа было 2 месяца. Мы вот это вот крылышко... Это у вас единственный ребенок или вы еще? Нет, это второй уже. Угу. Вот, но мы не будем останавливаться. Молодой папаша еще... А уже крестили? Конечно. А в какой церкви? На Садах 2, у Киевского патриархата. Все были в вышиванках, все были, да. Батюшка даже, малого нашли. Батюшка даже в вышиванке? Не-не-не, батюшка был в ризе, но мы малому специально нашли вышиваночку маленькую, топик, бодик. Вот он в бодике был, как вышиванка, то батюшка там, конечно, лапы. Он был очень доволен, ну и мы тоже. Да, да, он такой зашел, е-е-е. Да, я тебе говорю, на Садах 2 рекомендую. А-а. Класс, да. Мы были с отцом Александром Дедюхиным позапрошлом году, когда посыпали. А-а. И мы заезжали с ним туда, в эту церковь. И мне очень приятно было видеть, как встречают отца Александра, настоятель того храма. Встречал с такой радостью, вдохновением. Ой, отец Александр, заходите. Ну, отец Александр с присущей ему харизмой посыпал там и рассказывал на совесть, да. Так, окей. Окей. У нас уже время немножечко. Доставай свой чудесный планшет. А я уже рассказал. Ничего военного нету. Ну, что самое Кстати, интересное... Кстати, завтра тоже дожди передают, но с 12. Сегодня это все время. На все время будет посмотрим. У нас тепло.
Кстати, что интересно, сегодня высмотрел, в конце августа, 28 или 29, не помню, будет вообще 33 градуса. То есть весь август обещают жаркий. Будем готовы к этому. Дождей я, ну, долгосрочно смотрел, не заметил. Жара, зонтики с собой и не от дождя, от солнца. Да, от солнца. Блин, такой вопрос. А. Любимая музыка? Да. Креативный вид, любимая музыка? Linkin Park, Metallica, Megadeth. У нас заказывают наши гости музыку на сей день для настроения. Ну, час-полтора, и мы Linkin Park, наверное, Linkin Park. Найдем. Yeah. Хорошо, какой концертик, годика какого? Ну, блин, классику, наверное, Метеора. Поищем. Не, она там быстро находится. Итак, Полтава. Хотел сказать, с Новым годом. Доброе утро. Ну, скоро и Новый год, уже лето заканчивается. С праздниками. Пока-пока. Пока-пока. Удачи. Спасибо.